Роте почетного караула Приднестровья 25 лет. К юбилейной дате выпустили серию марок, а для военнослужащих организовали большой концерт. С поздравлениями приехал министр обороны. Главные герои военных парадов и торжественных церемоний отмечают юбилей роте почетного караула 25 лет. По такому случаю военнослужащие, да и не только, сегодня пришли в сельский дом культуры. Я как девочка не могу не задать вопрос про форму. Всегда выглядите идеально, всегда выглядите достойно. Расскажи, из чего состоит твой костюм? Костюм состоит из штанов, кителя, фуражки, белых перчаток, ремня с бляхой и аксельбанта, которые всегда должны быть начищены, поглажены, постирены. Нам на подготовку формы отделяют несколько часов. У нас три формы. Одна повседневная, в которой ходят все части. Одна парадная красногрудка, которая сейчас на мне, и синегрудка. Эти бравые ребята должны быть всегда и в отличной спортивной форме. Если в среднем каждый из нас в день проходит около 4 километров, то военнослужащие РПК в 5 раз больше. Причем не обычным шагом, а строевым, кремлевским. Тут и спину нужно ровно держать, и ногу поднимать на 100 сантиметров от земли, не ниже. Можешь показать, как правильно его нужно делать? Давай, будем учиться. Вот так ногу. На сколько градусов? На 90. Сколько в таком положении сможешь простоять? Минут 5-10. 5-10 минут вот в таком положении? Да. Это, слушайте, как вас готовят так, что вы по 10 минут вот так вот можете стоять? Утром каждую тренировку. Из чего состоит тренировка? Разминка, разминаем ноги. Есть у нас как растяжки. Чтобы научиться правильно держать ногу, нужно как минимум тренироваться 2 месяца. Каждый день по 8 часов. Рота почетного караула – подразделение элитное, визитная карточка страны. Так было и 25 лет назад. В 97 году на базе нашего учебного центра была создана рота почетного караула. Выпускники учебного центра стали курсанты. Стали первыми бойцами роты почетного караула. На тот момент у нас было 90 с лишним человек. Первые призывы у знамени могли простоять по 2 часа и 20 минут. К юбилейной дате роте почетного караула Приднестровская почта сделала подарок. Презентовала новую серию марок. Право первым погасить блок доверили министру обороны. Сегодня рота почетного караула ни в чем не уступает подобным подразделениям в других странах мира. Воины почетного караула служат примером для подражания нашим сегодняшним мальчишкам, нашему будущему поколению. Служить здесь почетно и престижно. С гордостью несите звание воина почетного караула. Продолжайте с честью выполнять свой воинский долг. Лучшим военнослужащим и ветеранам подразделения сегодня вручили медали и благодарственные письма. Когда на сцену пригласили начальника почетного караула, весь зал встал. После официальной части РПК поздравляли уже местные артисты. Для бойцов пели патриотичные песни и танцевали. Яна Раховская, Дмитрий Редькович, ТСВ.